В декабре я отправила несколько писем в госинстанции с требованием отменить 239-ю антинародную статью и изменить законодательство об иноагентстве. Так вот, несколько отписок мне уже пришло. Например, из аппарата уполномоченного по правам человека. Вот письмо, сейчас я вам зачитаю выдержку. Оснований для отмены вышеуказанных норм не усматривается. Также разъясняю, что лица, перечисленные вами в обращении, вправе самостоятельно обратиться к уполномоченному с доводами о несогласии с их уголовным преследованием. То есть, если переводить на русский язык, не лезьте не в свое дело, получается, так? Все, наверное, уже видели новость, как чиновники предлагают отнимать квартиру у малоимущих, чтобы все было в аренду, и так далее, и так далее. Новостей очень много. А если вы пойдете возмущаться, и вам что-то не понравится, вам скажут, все, вы не согласны с проводимой политикой, 239-я статья. И если мы сейчас не среагируем, если мы промолчим, то дальше будет уже поздно. Поэтому сейчас нужно реально включение каждого. Не просто ваш лайк, не просто комментарий. Завалить письмами все инстанции, что мы не согласны с этой статьей, что мы не согласны с этими нововведениями против народа. И только огласка, только массовая активность нам сейчас поможет. Можете дать ни один определенный ответ. Когда в конце концов порядок везде начнется? У нас Светлана Михайловна Лада Русь, которая как раз об этом и начала говорить. Вот ради нее, видимо, вот эта статья заведена, 239-я. И вам действительно нечего ответить. Вы сидите, молчите и боитесь. Вообще слов просто нет. Приехать за 1000 километров, чтобы просто сдать бумагу и не получить никакого ответа. Я говорю, как фабриковать дела, как ужесточать статьи? У нас находятся желающие. А как ответить за все это? У нас никого нет, приема нет на обращение дня отписки. То есть как вот, я не знаю, что делать. Остается только действительно объединяться нам с вами, товарищи, и как-то отстаивать свои права все вместе.